Час 50 минут, и путь почти в 1000 километров пройден. Первопроходцами пассажиры себя не называют, говорят лишь о полете. Он настолько плавно прошел, я все проспала. Это комфортнее и это быстрее на самом деле. И я надеюсь, что в принципе безопаснее. Замечательно. Между прочим, очень хорошая проводница. У большей части пассажиров поездки рабочие, потому и выбирать приходится быстрый транспорт. По вместимости самолет Ан-24 считает тот же автобус. Здесь 42 места. И даже управление отличается от Боинга. Эти в автомате летают и садятся на кнопках, а мы все вручную. Ну, он уже жизнью испытан. Рейс Красноярск-Барнаул востребован был всегда, подчеркивают в аэропорте. Тем не менее, в прошлом году его закрыли на 10 месяцев. Низкая наполняемость не оправдывала затраты. В конце года направление восстановили москвичи. Теперь заинтересовались красноярцы, которые добились федеральной поддержки в программе субсидирования Росавиации. Региональная авиация, она сама по себе требует поддержки. Так как расстояния маленькие, выполняются на отечественной технике, да, соответственно, это очень затратно. Основной парк авиакомпании – суда малой вместимости. И летают они по всему краю, в сетке 30 городов. Потому перспективы вне края – межрегиональные перелеты. И после Томска фирма вновь зашла в Барнаул. Нам выделено субсидирование до конца 2017 года. Периодичность у региональных рейсов – явление обычное. Направление Барнаул-Томск-Барнаул, помпезно открытое этой же красноярской компанией в 2015 году, тоже закрывалось. Неделю назад его возобновила уже другая фирма. Причина все та же – низкий пассажиропоток. В выборе транспорта люди все-таки ориентируются на цену билета. Правда, пока вариант полететь в Красноярск в сравнении с поездом выгоднее. В этом году в планах алтайской администрации начать перелеты в Тюмень, но уже только на краевые субсидии. Новые горизонты – хороший знак, уверены в аэропорте. Рейс Барнаул-Красноярск своим появлением говорит о том, что региональные перевозки возобновляются вообще в России. Первый самолет из Красноярска в Барнаул прилетел полный. Сохранится ли такая загрузка в течение года, но авиакомпании не загадывают. Самолеты будут летать дважды в неделю. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.